Евангелия святого апостола Павла чтение. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом для разрушения твердынь. Ими исповергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу. И готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. На личности смотрите. Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе судит, что как он Христов, так и мы Христов. Ибо если бы я и более стал хвалиться нашей властью, которую Господь дал нам в созидании, а не к расстройству вашему, то не остался бы в стыде. Впрочем, и не покажется, что я устрашаю вас только посланием. Так как некто говорит, в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна. Такой пусть знает, что каковы мы на словах и посланиях заочно, таковы и на деле лично. Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собой и сравнивают себя с собой неразумно. А мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела, какой назначил нам Бог в такую меру, чтобы достигнуть и до вас. Ибо мы не напрягаем себя, как не достигшие вас, потому что достигли и до вас благовествование Христово. Мы не без меры хвалимся не чужими трудами, но надеемся с возрастанием веры вашей, с избытком увеличить вас в удела ваше, так чтобы и далее вас проповедовать Евангелие, а не хвалиться готовым в чужом уделе. Хвалящийся хвалится Господи, ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь. Хвала Господу апостолу Павлу. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставили. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой, начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда подобно будет Царство Небесное десяти демонам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масло сосуда своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик. Вот, жених идет. Выходите навстречу ему, когда встали все девы и поправили светильники свои. Неразумные же сказали ему, дайте нам и вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят, «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал в ответ, «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, который придет в Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и получил имение свое. И одному дал Он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе,
войти в радость господина твоего. Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них. Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб, мало бы уверен, на ноги тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. من كل خيال سيا وخليا وشيخ